Сегодня хочу показать и рассказать про такой электросчетчик Меркурий 201. Он у меня уже списанный, и я смело могу проводить эксперименты. Многие задают вопросы, если вместо фазы подключить ноль, то на выходе будет ли то же самое ноль, и вообще он выйдет из строя или нет. Многим это интересно. Сейчас покажу, убедитесь, и ваши все сомнения рассеются. Итак, поехали. Подключаем сет 220 вольт. Итак, подключили наоборот. Видно, да? Вместо фазы подали 0, а вместо 0 фазу. Итак, мы подключили. Здесь должно быть 0, а мы подключили сюда фазу. И смотрим, включаем утюг на выход. Лампочка горит. Ждем. Смотрим на цифру. Итак, как вы заметили, при таком подключении тоже работает счетчик. И он медленно вращается. Мощности. Сейчас сделаем подключение. Вместо входа подключим выход, а вместо выхода подключим вход. Попробуем 0 на 0, фазу на фазу. Соединили. Здесь на нуле показывает фаза. Ну, как бы ни было, сейчас соединение сделаем и будем следить. Фаза здесь, а должно быть 0. Мы подключили совершенно наоборот. Вместо выхода подключили вход. Лампочка тоже, по-моему, горит. Подключаем утюг. Вот,
Слышно, да? Щелчок. Диск потихоньку делает свой оборот. Походу, так тоже работает. Немножко подождем еще. Вот еще щелчок. Вот этот диск. Отключили. Сейчас местами поменяем фаза 0. Тоже вместе выход подключили вход. Но просто фаза 0 поменяли. Тут же индикатор горит. Вновь лампочка загорелась. Опять выключилась. Но здесь имеется датчик температуры. Надо было напрямую сделать, чтобы проверить при таком соединении, оборот делает он или нет. Скорее всего, делает. Ну, как вы заметили, в любом положении он работает. Так что я не знаю, зачем это вход, выход придумали. Возможно, такой сочек работает, а другие нет. Но я вам показал в примере, что если даже местами поменяете вместо входа выход или перепутаете фазу на ноль, тоже работает. Отсоединяем. Здесь показаний было ноль, почти единица. Если вам видеоролик понравился, ставим лайки. Если количество просмотров наберет, я сниму еще один видео. Там уже буду я раскрывать, показывать кое-какие моменты. Ну, на этом, пожалуй, все.